Огурец – это теплолюбивое растение, поэтому уже в середине августа ему сложно сохранять полноценный рост и плодоношение. Это закон природы, и ничего тут не поделаешь. Но в начале сентября можно омолодить куст, помочь ему прожить еще около месяца и собрать достаточно неплохой урожай огурчиков до наступления холодов. Сразу скажу, что у вас всегда есть возможность продлить уборку урожая огурцов до самых холодов. Заранее скажу, что очень важно, чтобы участок был солнечным. Осенью это будет особенно важно, когда температура воздуха уже опустилась. В сентябре световой день уже сокращается, ночи становятся сырыми и холодными, но дни еще теплые и солнечные. Чтобы омолодить ваши посадки, для начала необходимо удалить все высохшие плети вместе с корнем. Благодаря этому в ряду станет больше места, и растения будут лучше освещаться. Затем нужно удалить листья на растениях, нижние и лишние, обрезать отплодоносившие пасынки, а также прищипнуть верхушку на всех кустах. Затем обязательно подкармливаем растения. Восстановить плодоношение и зелень поможет магниевое удобрение. 1,5 грамма магния разводим на 3 литра воды и выливаем все 3 литра под каждый куст. Это достаточно трудозатратно, но эффект будет лучше некуда. Растение сразу оздоровится, а огурцы будут появляться сочно-зелеными. А еще можно делать комбинированную подкормку. Смешиваем стакан молока, несколько кристалликов марганцовки, чайную ложку мочевины, 5-10 граммов борной кислоты и 30 капель йода. Все ингредиенты необходимо тщательно перемешать и опрыскать растение из распылителя по листу. А под корень еще необходимо сделать внесение настоя древесной золы. 1 стакан пепла разводим на ведро воды и вносим по литру под каждый куст по влажной почве. И еще землю у огурцов обязательно нужно замульчировать, чтобы дневное тепло медленнее уходило из почвы.